Инспекторов отдела по делам несовершеннолетних заинтересовал возраст купающихся подростков. Без родителей детям, которым не исполнилось 18 лет, находиться на пляже запрещено, предупреждают полицейские. Родители или взрослые лица должны сопровождать и контролировать, как они купаются. Большому несчастью, уже в этом году один случай у нас, несчастного случая есть. Мальчик был без родителей, и, слава богу, его спасли. Поэтому надо за своими детьми смотреть. Всем отдыхающим раздали памятки о том, как вести себя на воде. Хотим до людей довести, как себе вести на водоеме, потому что у нас уже по городу, наверное, Челны 2 человека, по Туканскому району тоже 2 человека. 2 еще не нашли в Тукаевском. Впрочем, некоторым челнинцам напоминать об элементарных правилах не надо. Об истинах, которые могут спасти жизнь, они и сами готовы рассказать. Ну, во-первых, надо, чтобы быть не пьяным, в трезвом состоянии всегда. Это самое главное, на ваш взгляд? Это, наверное, да, самое главное уж. А там уж за буйки не уплавать. Я очень осторожна на воде, не захожу глубоко. Хочу, чтобы под ногами всегда что-то было плотное и тверденькое. И плаваю, но аккуратно. Эльвира Ермакова, Алексей Шатунов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».